Добрый день. Итак, хотим поговорить о том, какие шнуры и карабины входят в комплектацию к магнитам Onyx Magnet, к поисковым. Итак, у нас к самым тяжелым магнитам идет профессиональный трос Onyx, 25 метров, 8 миллиметров, тонна на разрыв. Потом идет аллигатор. Ну, давайте я пошел уже по... не по возрастанию, я пошел в обратном порядке. Так, у нас идет аллигатор шнур, 30 метров, 8 миллиметров, 500 килограмм разрывной силы. Тайгер S37, 300 кг, пятерка, 33 метра. В перчатки входят с латексным обливом из двухслойной резины на пальцах. Входит в комплект в каждый, в любой комплект, к поисковому магниту, к любому одностороннему, двухстороннему. Ну и карабины. К более мелким магнитам идет восьмерка с замком. К более там, среднего уровня идут уже десятка с замком. И к самым крупным тяжелым магнитам идет 12-й карабин пожарный с замком. Вот. Все шнуры входят в комплект, и все предусмотрено до мелочей. То есть, чем крупнее магнит, где есть необходимость, там увеличивается сила разрыва самого троса, естественно, удерживающая сила карабина. И перчатки входят в комплект каждому магниту. Вот такие вот шнуры, карабины, перчатки. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачных покупок.